Добрый день, канал Детокласс, Андрей Щетников. Я решил сделать ответ ко вчерашнему ролику в стиле, который называется «Доказательство без слов». Вот у меня лазер уже светит, видна точка на экране, который стоит напротив. А теперь мы возьмем и выдуем здесь перед лазерным лучом мыльный пузырь. Так, чтобы луч касался макушки пузыря. И вот картинка, которую мы увидели на экране. Такой вертикальный световой нож. Ну а дальше, я думаю, что вы сами сможете объяснить явление и написать свои объяснения в комментарии к этому ролику на YouTube. Спасибо!